Доброе утро, Украина! Это дядя Жора, и мой прогноз погоды на сегодня по данным Синоптик.UA. К концу рабочей недели в Украине незначительно похолодает. Пасмурное утро в Киеве сменится ясным днем. В столице 6 градусов тепла. В центре Украины солнечно, осадков не предвидится. Температура воздуха плюс 9 градусов. В западной части страны столбики термометров поднимутся до плюс 9 градусов. На востоке облачно, 8 градусов тепла. Жителей северного региона ждет ясный день. Температура воздуха прогреется до 8 градусов тепла. На юге страны тепло и без осадков. Здесь синоптики обещают до плюс 9 тепла. Народная примета. Сколько женщину не корми, а она все равно в лосины влезет. Это был дядя Жора. Я желаю всем хорошего дня и солнечной погоды. Пока!